Бригада медиков из Дагестана будет направлена в Мавританию на проведение безвозмездных консультаций и хирургических операций на следующей неделе. Об этом сообщил Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой Министерства иностранных дел Мавритании Мухаммедом Салемом Ульдмирзуком. По словам министра иностранных дел, мавританцы заинтересованы в том, чтобы российские медики активно передавали свой опыт. Ведь образование, в том числе в сфере подготовки медицинских работников, является одной из визитных карточек сотрудничества России и Мавритании. А также Лавров рассказал о заинтересованности страны в российских продовольствиях, удобрениях и углеродном топливе. Асият Умалатова, Сиражуддин Магомедов, новости телеканал «Среда».